Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьминина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед победу!